Господи, какое сегодня? 19 марта. С утра пока вот такие... Ой! Покатушки. Так, опять я иду утром. Посмотрим, что будет на обратном пути. Машины все, как всегда, чумазы. Ну, потому что смысл мыть их, если на дорогах грязь и лужи. Что это за машина? Это, наверное, Понтиак, хрен бы его знал. Вот она, такая у нас весна, замечательная красота. Грязюка. Вот и вечер. Земля. Потому что кто-то паркуется на землях. Трэш. Красивый тут на дворе. Ничего не скажешь. Вот такие ездят. Это как
Это еще тихо обычно, как поедут. Даже страшно. Девятнадцатое марта сегодня. Ой, блядь, это вокзал. Главный, самый главный. И Новосибирск. Доброго всем времени суток. Давно я что-то не снимала видео. Что-то на улице у нас говнопогода, поэтому немножко нет настроения снимать. В общем, сегодня в магазине купила такой соус терияки, магните. 400 чего тут? Блин, миллилитров или грамм? Баночка. 99 рублей. Он такой. Не жидкий, а как, я даже не знаю, ну как 10% сметана где-то такой консистенции. Две баночки купила. Потом Новосибирская птицефабрика, филе куриное, 350 рублей стоит. Уже радуемся, что 350 это дешево, ёпарасоте, курица. Ну да, две штучки купила. Сыр 67 рублей 100 грамм, самый дешевый тоже. Дешевле уже был 54, но его уже разобрали. И перчатки. Что-то даже не знаю, сколько стоят. По-моему, 67, что ли, они там стоят. Тоже магниты. Хочу. Вернее, дочка будет делать. Она вчера делала. Так вкусно получилось. Курица жареная, грудка в соусе терияки. Еще кто у нас тут? Кто у нас тут лежит? Дочка коробку достала, обувь, она же весна. Сейчас надо зимнюю убирать, осеннюю доставать. И вот она коробочку не брала. Теперь у Алиски тут любимое место, да? Где моя лапочка? Да. Ну чё ты? Чё-то опять какая-то шугливая. Всё боится. Чё ты? Чё ты, маленькая? Ну чего? Ну что случилось? У нас болит что-то, непонятно. Мальчик, нахалёся. А, ужастик. Малипусик. Вот так вот на коробочке лежит. Да? Так. Такими пластами. Где-то с интересом. Наливаем масло. Нарезанные кусочки складываем в сковородку. Но у нас вок. Сковорода вок. Вот, сейчас мы на шестерке обжариваем. Посолили. Вот. Так оно полностью обжарится. Наливаем соус. Уходите на этот вот. Помощница, да? Так, еще сюда надо где-то столовую ложку соевого соуса. На глаз. Глаз алмаз. Алиса, хочешь кушать? Алиса, кушать хочешь? Ну? Алиса. Зайка хочет кушать? Хочешь? А? Хочешь? Ты меня напугала, ну тут стучит. Путь. Все, на. Я еще не пугаюсь. Хвост в камеру. Сейчас. Ну ты что пугаешь? И кричишь, что напугаешься, буду лопатку стучать. Ешь. Иди ешь, не бойся. А зачем стучать? Ну, чтобы соус не устрести. Ну так с тебе сбежит. Так, сюда еще бы идеально было добавить кунжут. Ну, теперь подачу уже.
Да? А, при подаче. Готовы. Вот. И тут лежит. Да, кто тут лежит? Ой, тебя гузочки. Расчесываться она ждет. Да. Хочешь расчесываться? Да, да. Ну, что там торчит? Что это такое? Что там, Алис? Ну-ка, лапочкой потрогай. Да. Ну, давай, прыгай. Будешь расчесываться? Прыгай. Давай, мама тебя расчешет. Прыгай сюда. Давай, иди скорей. 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 Вот. Как она любит расчесываться. Господи. Ой, ты что, упасть решила? Ты что, решила упасть? Ты что, решила упасть? Вот так мы красоту перед сном наводим. Да. 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 Да, красоту перед сном наводим. Да. Так мы лапочкой просим. Ой, что ж там такое? Лапочка, как мы просим? Садись. Алис. Ну, садись. Ну, сейчас улетишь. Ой, так мы любим расчесываться. И почему-то именно в туалете. Именно на корзине для белья. Нигде им больше не нравится. На кухне не нравится, да? Ну, что такое? Ну, что такое? Да. Ой. Ой, балдёж, сейчас улетишь. Упадешь. Мур-мур-мур. Мур-мур-мур. Ну все, Алис, спать пойдем. Мурчит, мурчит. Мурчит, мурчит. Господи, боже мой. Что сидит целыми днями и ждет, когда кто-нибудь сюда зайдет и почешет ее. Господи. Да. Лапочкой просит. Ну, пожалуйста. Ну, почешите. Ну, еще почесать тебе. Лапочкой просишь? Да? Да. Да. Куда, куда, куда зеркало уронишь? Алиса. Иди сюда. Ой, мурчу. Ой, мурчунечку. Ой, как хорошо. Массаж. Расческа-то массажная. Массаж. Массаж. Да. Ну, пожалуйста, еще. Ну, еще. Ой. Что за корзину неудобную? Кто такой придумал? Так неудобно по ней ходить. Просто жуть. Да. Да. Да, моя Мурочка маленькая, моя куколка. Да, да, как она просит, ну почешите, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Да. Алис, ну все, пойдем спать. Мне завтра на работу рано. Ну, расстройство, ну как же так? Я бы тебя чесала хоть сколько, Алис, мне уже спать хочу. Чего, господи, как мы любим. Как нам это нравится. Балдёж, балдёж. Балдёж, балдёж. Да? Ну. Урчит, урчит, урчит. Ну, ну, лапкой, да. И лапкой так, вот. Ну, скажи, взяла бы в лапки, расчесывать. Ну, не могу. Лапки же ведь. Лапки же у меня, скажи. Как же я буду расчесываться-то? Кто-нибудь приделать тебе расческу, чтобы ты терлась об неё, что ли? Не бывает таких расчесок, чтобы приделать к стене. Алиса. Осторожней. Ой. Ой, ноги затекли, господи.
Ну все. Все. Хватит, все, хватит. Ну все, все, все. Все, все, Мурочка, все. Все. Еще хотела про эту пасту рассказать. Ты об нее будешь тереться? Конечно. Конечно, об нее. Первый раз я корейскую купила себе пасту. Она, что-то я уже не помню сколько. Около 300 рублей, если не 300 стоила. Такой коробочки. Она не крутится, вот так открывается. Щелкает. Плотная консистенция, просто белая. Так раз. Ой. Щелк, все закрылось. На вкус приятная, не горькая, ничего не жгет во рту, ни язык, ни слизистую. Мне понравилась эта паста. Интересно, сколько она сейчас стоит? Это я еще до Нового года брала. Ой. Ну вот, поделилась. Паста хорошая. Можно брать. Да?